сожалению, в современной жизни в результате стресса, каких-то эмоциональных перенапряжений в нашем теле, в результате недосказанности, мы создаем внутри себя блоки, которые остаются на физическом уровне в нашем теле. И освободиться от этих блоков порой является очень сложной проблемой. Поэтому сегодня мы попробуем дать себе возможность с помощью различных звуков и асан выпустить эти зажимы наружу. Итак, начнем. Садимся в любое положение со скрещенными ногами, спина ровная, глаза закрыты. И прочувствуем свое дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь начинаем добавлять выдох через рот, а вдох через нос. Добавляем озвучивание выдоху звуком ха. 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 Не стесняйтесь, чем громче, чем лучше. Мы прорабатываем наш центральный канал, позвоночник, сушумно. Отлично, поднимаем руки вверх, вдох, выдох, скрещиваем руки, снова вдох, выдох, вдох, звук, еще раз вдох, выдох, отлично, сгибаем руки в локтях, локти на уровне плечей, тянем руки назад, максимально соединяя лопатки, вдох, выдох, спина круглая. Снова вдох, выдох, вдох, отлично, опускаем руки на колени, круговые движения, небольшая разминка для позвоночника, глаза полуприкрыты, если закружилась голова, просто старайтесь глубже дышать, в одном направлении, теперь в другом. Отлично. Поднимаем правую руку, опускаем ее на левое ухо. Растягиваем левую боковую поверхность шеи. Вдох. И со звуком хе медленно выдыхаем. Вдох. Хе. Еще раз вдох. Звук хе. Звуком представляете, как боковая поверхность шеи растягивается еще больше. Еще раз вдох. Молодцы, вытянули шею вверх, подняли левую руку, опустили на правое ухо. Вдох, выдох. Не стесняйтесь, пытайтесь выдохнуть из своей глубины, выпустить со звуком и воздухом. Все зажимы, всю усталость растягиваю все больше боковой поверхность шеи. Вдох. Хе. И еще раз вдох. Хе. Отлично. Потянули шею вверх. Перекрестили пальцы. Опускаем подбородок к груди. Здесь звук создавать не получится, поскольку мы создаем чиланхару банку, горловой замок. Но вы можете звуком шипящим выдыхать. При этом спина ровная, растягивается только задняя поверхность шеи. И еще раз. Отлично. Опускаем кончики пальцев в позицию намасте под подбородок, растягиваем переднюю поверхность шеи. Здесь можно попробовать звук на выдохе создать. При этом кончиками пальцев старайтесь чувствовать вибрации, протекающие по шее. Этими упражнениями сейчас прорабатываем горловую чакру, горловые зажимы, когда человеку сложно выразиться, сложно высказаться, а также сложно пропевать какие-то звуки. И еще раз.
прямо чувствует вибрации, протекающие по горлу. Отлично, выровняли спину. Вдох, подняли руки вверх, скрутка влево, правая ладонь на левом колене, левая рука либо сзади упирается за ягодицы, либо опускается на правое бедро, либо на левую голень. Дышим животом. И теперь также пробуем создавать звуки. При этом голова будет повернута в район левого плеча. Будем создавать звук хо. 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 Район в манипуру чакры в живот. Дышим животом. Выдох, прям выталкиваем живот, животом воздух из себя. Хо. Меняем положение. С макушки сначала вытягиваемся вверх, вдох, выдох, углубляем скрутку. Хо. 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 Отлично, молодцы. Выпрямили спину, ушли чуть-чуть вперед. Вытягиваем от копчика до макушки весь позвоночник. И выдыхаем снова вдох, выдох. Хи. И вытягиваем позвоночник вперед, вдох. Хи. Еще раз вдох. Хи. Ушли к левому бедру, вдох. Хи. Ушли к правому бедру. Хи. Стараемся опускать ниже левое плечо. Хи. Хи. Молодцы, отлично. В этом положении мы были достаточно долго. Прорабатываем тем самым и Муладхара чакру. Отлично, освобождаем ноги. Немножечко разомнем колени после долгого сидения круговыми движениями. При этом спинку держим ровно прямую. Отлично. В другом направлении. Угу. Выпрямили ногу, покрутили голеностопом в одну сторону, в другую. Теперь захватили изнутри пятку. Можно использовать ремешок. Можно захватить под коленом ногу. И постараемся ногу отвести в сторону. Выпрямили спину, держим ногу и выдыхаем. Все внимание вниз, в самую нижнюю чакру. Итак, вдох, звук ха. На вдохе вытягиваем позвоночник вверх, раскрываем грудную клетку и выдох ха. Тянем ногу максимально назад. Еще раз вдох ха. И последний раз вдох. Ха! Молодцы. Теперь опускаем ногу. Вот в такое положение. Колено над коленом. Гамукхасана, поза коровы. Стараемся здесь обязательно двумя седалищными буграми коснуться коврика. Если этого нет, то происходит перекос в позвоночнике. И желаемого результата мы не можем добиться у очистки блоков по чакрам. Поэтому старайтесь подложить подушечку, если чувствуете, что не касаетесь хорошо коврика. Так, спина ровная. Сначала мы откроем ладони вверх, посмотрим вверх и пытаемся, создавая звук хе, выпустить из всего тела вверх воздух. Итак, вдох. Хе. При этом звук мы постепенно снижаем. Итак, вдох. Хе. И еще раз. Хе.
отлично, молодцы, подняли вверх левую руку, правую вниз, захватили за спиной замок. Здесь мы открываем еще и грудную клетку, плечевые суставы, локтевые разрабатываем. И все внимание в сердечную чакру, на хату. Создаем звук хо. 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 Чувствуете, что с каждым разом произносить звуки становится немного легче. Хо. А теперь немножко в другую сторону закроем плечевые суставы. Правая рука над левой. И в этом положении наклон вперед. Пытаемся локти завести за колени. Возможно, даже коснуться пола. Да? И здесь опять, если мы опускаем подбородок, звук произносить сложный. Мы просто выдох звуком создаем. Вибрации чувствуем сильные. Отлично, молодцы. Освобождаем ноги, сгибаем правую ногу, при этом стараемся выпрямить левую. Захват. Сначала ее разомнем после долгого сидения, да, круговые движения. Коленом в одном направлении, в коленном суставе. Затем в другое. При этом может немножко похрустеть. Это нормальный процесс, ничего страшного в этом нет. Отлично, выпрямили ногу в суставе. Небольшая разминка голеностопом. И теперь берем ногу изнутри, открываем сторону максимально. Все внимание вниз, дышим, создаем звук ха. Ха. Обязательно старайтесь чувствовать вибрации, протекающие по всему позвоночнику, по всему телу. И вот в том месте, где вибрации вы чувствуете больше всего, возможно, там и происходит самая большая работа, и имеете зажим. Итак, теперь садимся в гамукхасану. Вдох, открываем грудную клетку, звук хе, смотрим в небо вверх. Хе. Левая рука идет сверху, правая снизу, вдох, потянулись немного вверх, а затем ушли локтями вниз. Мы сначала закроем в данном случае, да, плечевые суставы, опустимся, звук. И теперь наоборот открываем. Теперь левая рука, не левая, а правая, извиняюсь, рука вверху. Да, захват за спиной, можете использовать ремешок. Все, внимание, сердечную чакру, звук хо. Хо. Oh.
вот я сейчас, например, руками чувствовала за грудной клеткой между лопатками сильные вибрации. Значит, там идет работа и разбиваются блоки. Из этого положения мы аккуратненько освобождаем ноги и переходим в позу на четвереньках, поза кошки-коровы. Здесь будем резко выдыхать звук ха. Итак, вдох, выдох, ха. Круглая спина. Снова вдох, выдох, ха. Теперь опустили на пятки таз, вытянулись, позвоночником макушки коснулись. Отсюда будем стараться проходить в позу кобры, максимально низко касаясь передней поверхности тела коврика. Проходя между рук, потом в кобре локти тянем назад. Со вдохом проходим вперед. Выходим в кобру. Максимальный прогиб в грудном отделе. Локти не выпрямляем. Взгляд вверх и выдох. Хи. Отлично. Отсюда опускаемся вниз. И опять скользим. Отжимаясь руками назад. Вытянули позвоночник. Отдохнули. Сделаем 3 раза. Еще раз. Со вдохом проходим между руками максимально низко. Прогиб. Сжали ягодицы. Выдох. Хи. Опускаемся вниз. Отжимаемся назад. Вытянулись. И последний раз. Вдох. Отлично. Опустились тазом на пятки, вытянулись. Теперь сделаем прогиб только в грудном отделе. И здесь будем совершать выдохи короткие, быстрые. Хо-хо-хо. Итак, положение кошка. Таз стараемся держать над коленями. Опустить либо лоб, если болит шея, либо подбородок и грудную клетку. И начинаем выдохи короткие. Хо-хо-хо-хо. Когда выдыхаете, старайтесь еще пульсирующую малабанху выполнять. То есть мы сжимаем промежность, тазовое дно, влагалище, анус. Молодцы. Медленно поднимаемся. Отжимаемся ладонями, вытягиваем спину, подбородок, груди. Небольшой прогиб. Отлично. Расслабим таз, расслабим спину. Круговые движения тазом, спиной. В одном направлении, в другом. И сейчас выполним прогиб именно в поясничном отделе. Итак, если у вас болит поясница, то делаем кулачки. Большие пальцы в кулаки, мушти мудра. Эта мудра позволяет нам еще закреплять внутри всю энергию от выполняемые асаны. Опускаем кулачки на поясничный отдел. Стараемся поближе привести локти друг к другу за спиной. Вдох, вытягиваем поясницу. И смотрим вверх. Стараемся сильно не запрокидывать голову назад. При этом не отклоняемся тоже назад. Перпендикуляр в бедрах. И совершаем звук. Чувствуете, что все в порядке с поясницей, можно опустить на пятки, но при этом вот так не отклоняться, да, перпендикулярно в бедрах.
и повторим. И еще раз. Ягодицы напряжены. Молодцы. Садимся теперь между пяток. Вирасана, поза героя, колени вместе. Пятки вниз. Круглой спиной потянулись назад, ладошками захватили колени. Компенсация небольшая. Отлично. Итак, кому-то уже даже вот это положение дается не очень легко. Тогда, если бедра не касаются коврика, сядьте на подушку. Если все в порядке, пробуем уйти назад, немножко подкрутив копчик. Я еще продвинусь по коврику вперед. Освобожу, конечно же, икроножные мышцы. Подкручиваю, иду назад. Можно остаться в этом положении, можно лечь. Здесь мы очень хорошо прорабатываем свадхистану, чакру, манипуру. И анахату, запрокидываю руки назад. И здесь спокойно выдыхая, стараемся колени не разводить, создаем звук ха. Я уже чувствую, как вибрации получаются все больше и больше, легче и легче. Это говорит о том, что работа идет эффективно. Еще разок. Отлично. Затем можно остаться лежать на спине, освободив ноги. Приподнимаем колени, освобождаем ноги, поднимаем их вверх. В этом положении сейчас будем работать над манипурой чакрой. Поза лодки с высокими ногами. Поднимаем только плечи. Спина, поясничный отдел касается. Руки смотрят вперед. Взгляд на пупок манипуры чакры. И резкие выдохи хи-хи-хи. И пытаемся подойти плечами ближе к бедрам. Начали. Хи-х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 и. Отдохнули, обняли себя за колени. Можно таким образом прижать колени. Вдох, выдох, прижали подбородок к груди, лбом коснулись колени и звук «м». Еще раз. Отлично, повторим. Поднимаем ноги и еще раз. Хи-х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 и. Отлично. Опускаем стопы, захватываем щиколотки ног, поднимаем вверх таз. Подбородок здесь прижат очень сильно к груди, поэтому звук создается очень сложно, но мы растягиваем как раз манипуру чакру. Нижние чакры и с выдохом создаем звук. Стараемся колени не разводить параллельно тазу, то есть ширина таза между коленями. Молодцы, снова коснулись головой колен. Угу. Перевернулись
на живот. Здесь немножечко мы усилия создадим, разогреем весь позвоночник. Звуки. Будем небольшие отжимания делать вниз, да? Со звуком хо. 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 Опустились вниз. Теперь раскроем анахату чакру, возьмем щиколотки ног снаружи или изнутри, что немножко тяжелее для плечевого пояса. Вдох. Поднимаемся вверх, покачаемся чуть-чуть. И звук ха. 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 Опускаемся вниз. Было нелегко, понимаю. Взяли кулачки из рук и помассировали поясницу. Снова круглая спина. Теперь мы с вами вот в такое положение встанем. Еще немножко проработаем самую нижнюю корневую чакру. Угу. Дышим. Вдох. Хе. Хе. Подняли пятку правой ноги. Хе. Опустили, подняли пятку левой ноги. Хе. И подняли теперь обе пятки. Стараемся держать равновесие. Хе. Отлично. Развернули пятки наружу. Пошли в наклон. Захватили щиколотки ног. Стараемся просарита падутанасана, проход головой между ног. То есть максимально выпрямить спину, голову приблизить к линии между пяток. Ноги оставлять прямыми. И здесь, выдыхая, создаем звук хи. Стараемся представить, как звук тоже имеет тяжесть, и сила тяжести вытягивает из позвоночника весь звук вниз через горло. Хи. 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 Отлично. Молодцы. Опускаем руки. Теперь у нас с вами завершающее положение, блокпост перевернутых. Мы сначала с вами выполним позу дельфина, опускаем предплечья, стараемся не приближать ладони друг к другу. Если это сложно, возьмите книгу или кирпичик между ладошками. Поближе локти, подальше ладони. Поднимаем, как собаки, мордой вниз ягодицы. Вытягиваем всю спину, шея расслаблена. Стараемся пятки либо в воздухе держать, да, либо опустить вниз, вытягивая заднюю поверхность ног. Здесь дышим животом. Чувствуем легкую, натуральную удияна-банку, когда подтягивается область под ребрами внутрь. Дышим. И теперь готовимся создавать звуки. Можно остаться так, можно поставить в центр правую ногу, левую поднять вверх. И дышим, создавая звук хе. Хе.
тяжести позволяет нам представить, как звук идет вниз от копчика до макушки. Повторяем. Отлично. Опускаем колени, опускаем лоб. Даем возможность отдохнуть рукам. Баласана, поза ребенка. Здесь тоже на выдохе можно, как в брамаре пранаяме, да, то есть шипение, не шипение, а жужжание пчелы. Создавать звук. Это пранаяма, этот звук дополнительно расслабляет тело. И в завершении практики можно выполнить перевернутую позу. Если у вас пока нет ширшасаны, тогда ширшасана стоит на голове, тогда вы можете просто использовать опять позу дельфина или подойти к стене. Я выполню ширшасану. В ширшасане мы будем звук давать. Так, опускаемся. Опускаемся. Я выйду через бакасану. Отлично. И в конце практики перед шавасаной, шавасану обязательно нужно сделать, я вам предлагаю еще немножко подышать в брамаре пранаяма, который нам позволит расслабиться. Садимся удобно в положении со скрещенными ногами. Сейчас дополнительно закроем 5 пальцами все органы чувств. Большими пальцами мы закрываем уши, укладываем указательные пальцы на глаза, закрываем нос и остальными 2 пальцами закрываем нижнюю и верхнюю губу. То есть вот такая вот мудра. Совершаем вдох, а на каждом выдохе звук это и есть брамари пранаяма. Представляем жужжание пчелы. Отлично. Теперь можно спокойно укладываться на коврике. Я останусь сидя для того, чтобы вести шавасану. Расслабьте руки, расслабьте ноги. Расслабьте все туловище. Сейчас несколько секунд, несколько мгновений, просто пронаблюдайте положение своего тела.
почувствуйте, как тело касается пола, коврика, любой поверхности, на которой вы лежите. Затем почувствуйте все точки опоры, точки касания этой опоры. Теперь перейдем к касаниям более мягким. Почувствуйте, как одежда касается вашего тела. И также почувствуйте, как воздух касается неприкрытых одежды участков тела. Перейдем вниманием к нашему дыханию. Оно спонтанно, натурально. Постарайтесь просто наблюдать, но не контролировать ваше дыхание. Вдох плавно перетекает в выдох. Выдох плавно перетекает во вдох. И при этом не важен темп. Со временем, когда ваше тело будет расслабляться все больше и больше, будет расслабляться и ваше дыхание, замедляясь и тем самым провоцируя замедление мыслей в голове. Почувствуйте все движения тела, которые оно совершает во время вдоха, поднятие грудной клетки, расширение ключиц, расширение ребер, движение живота пупком вверх. И затем почувствуйте все движения, которые тело совершает во время освобождение от воздуха, как живот медленно спускается вниз, как сжимаются ребра, опускается вся грудная клетка и опускается, расслабляясь ключицы. Переведите внимание на тонкую струйку воздуха, которая проникает сквозь ноздри внутри вас, провоцируя ощущение свежести. Возможно, вы прочувствуете ее продвижение вплоть до горловой впадинки. И теперь почувствуйте выдох. Как более теплый воздух покидает вас, выходя снова через ноздри и касаясь своим потоком верхней губы. Постарайтесь проникнуться этими тонкими ощущениями. По мере того, как вы дышите, тело тем временем расслабляется все больше и больше. Это ресурсное состояние вас наполняет энергией, позволяет восстановиться и в то же время освободиться от всей усталости, неприятных эмоций, ощущений от всех блоков. Побудьте еще несколько мгновений в этом ресурсном состоянии. А
теперь медленно, спокойно вы можете возвращаться к ощущениям тела. Снова почувствуйте твердую поверхность под телом. Сделайте глубокий вдох. Выдох через рот. Еще раз вдох. Откройте глаза, потянитесь руками за голову. Вытяните ноги, вытяните руки в разные стороны. Почувствуйте тело отдохнувшим, восстановившимся и освободившимся от всех блоков. Можете еще какое-то мгновение побыть в шавасане, можете просто полежать, отдохнуть. Я надеюсь, что это занятие было для вас полезным. Было приятно с вами позаниматься. Намасте. До следующих встреч.